Всем привет, мы едем в поезде до Казани, и тут творится какое-то сумасшествие. Вышли мы с поезда, Казань, аргентинцев очень много, французов раз, наверное, 20 меньше, а то и больше. Но это же даже хорошо, будет веселее сегодня. Руслан Камболов, защитник Рубина и сборной России с собственной персоной. Правда, на чемпионате мира его нету, но в Казани он есть. Привет! Должен сказать, что в Казани очень жарко, плюс 28 в тени. На солнце еще жарче, намного жарче, наверное, все 40, а то 45. Я даже не знаю, как сегодня будут играть французы и аргентинцы. Будет тяжело им. Это два разводных видов спорта, но сейчас он пустует вообще. Там вот вдали где-то стоит охранник одинокий вообще. Мне кажется, ему очень грустно сейчас, потому что совсем рядом с ним Казань-арена, и там уже все бушует. В Питере барабаны стадиона, а тут вот что. ¡Campeones! ¡Estaban!